Друзья, срочное видео. Очень интересная перспектива у одного из первых фармов, в котором мы уже плотненько так участвуем. Ссылку на первое видео и на сам фарм я дам в закрепленном комментарии. Вчера стало ясно, что у Груши, он же PeerZap, планируется открытие фарма в сети Binance Smart Chain. Напомню, до сегодняшнего дня он развернут только в сети Polygon. И в связи с этим они обещают очень мощный пул на фарме, который стартует уже сегодня в 11 дня по Москве. Судя по анонсу, он будет с очень интересной фиксированной ставкой и сроком входа не более 2 дней. Кто успел, тот и съел. Вроде как заблокированной ликвидностью на 50 дней, но с возможностью выводить проценты. Таким образом, они хотят распределить между холдерами этого пула 50 тысяч токенов общей суммой на 30 тысяч долларов. При этом они работают над своим мостом между сетями, и в честь этого будет бонус холдерам их токенов в фарме с возможностью перенести токены из полигона на Binance с профитом в 50%. По срокам, когда это будет, непонятно. Анонс был вчера. Благодаря нашему отличному комьюнити мы узнали это одними из первых. На цене токена чуть более чем $0.5. И уже к вечеру, на момент написания этого сценария, токен подраскачался на X2, что уже можно назвать хорошим входом в токен на новости. Любой, кто успел, может сделать X2 без всяких фармов. А вот что будет завтра? Это очень интересно. Но это еще не все. Обратите внимание, они ввели 4 токенизированных игры. С учетом, что администраторы французы, можно сказать, что это возможно будущее Монте-Карло в крипте. Я уже сделал ставку на красный и выиграл X2. Я думаю, многие попробуют поставить на число, чтобы выиграть X35. Но помните, в казино почти всегда выигрывает казино. Будьте осторожны и удачи. Все ссылки в закрепленном комментарии и в описании к видео. А проект действительно только радует. Идет к цели согласно плану. Разместился на CoinMarketCap, прошел аудит, сделали уникальные игры. Планы многообещающие. Мне кажется, шансы у него очень высоки быть топ-1 на полигоне. Посмотрим. А под конец хочу добавить одну историю. Вот многие из нас видели появляющиеся токены на CoinGecko и CoinMarketCap. И только тогда пытаемся понять, что за проект, куда он пойдет. А в случае с PeerZap, который всего по сути день назад появился в листинге CoinMarketCap, мы уже все знаем. Знаем историю, знаем, как он себя вел на росте, на падении, как развивался, как добавлялся. Прекрасно понимаем причину такого роста стоимости токена и его возможные перспективы, что ожидать и к чему готовиться. Ну не круто ли?